Всем привет! Вы на канале Макс Ричман. Сегодня у нас выйдет вторая часть моего путешествия по Европе. Решил, чтобы меня было слышно, надеть наушники, чтобы очень хорошо было слышно, потому что я посмотрел первую часть и вообще еле-еле слышно. Думаю, сейчас будет получше. Итак. Поехали! Мы приехали с Майорки с яркими воспоминаниями о море. И мы на следующий день, или уже не очень помню, мы поехали во Франкфурт. Скриншотик. Мы во Франкфурт ездили два раза. Первый раз, это сейчас я буду то, что рассказывать, мы ездили в парк ботаники, его можно так назвать. Там куча всяких растений, есть ангары, там где всякие субтропическое растение, климат Сахары, и там жарко, холодно, влажно, куча разных климатов. Вот, и там есть еще такое озеро классное, там где на лодках катаются, там бамбуки растут. Не знаю, фото будет или нет, смотрите, да, красиво там. На выходных мы поехали на юг Германии и также поехали потом еще в Швейцарию. Но сейчас я покажу вам, как мы ехали на юг Германии. Мы ехали на трех поездах с пересадками, естественно. И мы ехали на двухэтажном поезде. Я фоточку оставлю, потому что там не очень хорошо его видно. Даже я его... Возможно, вообще не покажу видео, там, где я снимала, так что фоточка будет. Вот, и мы проезжали через горы, луга, в тоннелях ездили, замки было видно, очень красиво. Поехали на Рейнский водопад, вроде бы он так называется. Очень красивое место. Обязательно надо туда кому-то, а точнее всем съездить. Потому что это очень красиво. Там особенно на лодку, когда садишься, и там катают возле водопада, но еще по речке Рейн. И там... Деревья растут очень красиво. Фотографии вообще не передают красоты, потому что вот так вот я был сфотографировал, там, где мы на повороте были, а там леса красивые. Смотрю, очень красиво на фотографии посмотрел. Никогда бы не поехал, если бы увидел такую фотографию. Смотрите. Потом, опять же, на двух поездах ехали. Мы на трех должны были ехать, но мы уже на конечной остановке второго поезда в городе Майнц. Это главный город земли Рейнленд
Фальц. Опять же, к нам приходит блокнотик. Такие названия... Вообще, такие названия не, ну, непонятные, если говорить. Прочитал, не знаю. Понятно будет, непонятно, но сложно это было прочитать. Вот, в городе Майнц, там мы заходили в католический собор. Вроде бы это католический, не знаю. Вот, там орган был. Ой, орган. Орган. Орган был. Вот, он очень большой, этот собор. Там город красивый. Смотрите. Вот мое видео подошло к концу. Ставьте лайки, пишите комментарии. И, кстати, пишите комментарии, мне сниматься в этой шапке. Ну, во время до Нового года, еще после чуть-чуть. Там Рождество. Прикольно. Мне нравится. Как вам, пишите. Если не будет нравиться, то я не буду снимать. Если будет нравиться, естественно, но буду сниматься в этой шапочке. Подписывайтесь на мой канал Макс Ричмонд. И всем пока!